Картошечки сижу и ушами шевелю. Мне приходится, а мне рот не дает. Мне приходится малиновое варенье за вас доедать. Я не хочу, а меня заставляют. А то испортится. Видите? Я столько уже много малинового варенья съел, что скоро превращусь в Карлсона. Ты знаешь, что такое Карлсон или нет? Нет. Карлсон на спине, он говорит, моторчик такой вырастает. Вот малинового варенья. Вот у меня скоро моторчик вырастет. Видишь, живот уже такой. Еще сзади моторчик, я буду летать такой по комнате. Правда, много летать не смогу, потому что много нет варенья малинового. Если бы много было варенья малинового, я бы смог летать и вас в садик. Как вертолет. Отвозить, как на вертолете. Раз, два, и взял подмышки. Вот. Опа. Все, моя Венера и полетела. Ты хочешь, чтобы папа сзади вентилятор вырос? Она там. Хочешь? Папа тебя катать будет. Вот, чтобы папа вырос сзади вентилятор, ему надо кушать много малинового варенья. И пить много сладкого чая. Видите? Поэтому мне ротом нельзя. Вот еще один рот на готов. Я рулима. Я бы съел. Мне приходится... А мне роту не дают. Мне приходится малиновое варенье за вас доедать. Я не хочу, а меня заставляют. А то испортится. Видите? Я столько уже много малинового варенья съел, что скоро превращусь в Карлсона. Ты знаешь, что такое Карлсон или нет? Нет. Ну, Карлсон на спине, он говорит... Моторчик такой. Гелевые стиральные шарики у нас кончились, да. И мы думали, как завтра будем стирать, что будем делать. Господь, и представляете, люди приходят и приносят нам такую вещь стиральную. И теперь мы будем стирать. И теперь у нас есть чем стирать завтра. Так и живем. И вот подарили нам такие зубные пасты, мыло, такую шампунь. Серьезно. Давай еще что-нибудь расскажи о себе. Мы большие машины. А ты? Ну вот, купили мы лекарства. Смотрите, какие у нас лекарства. Ампицилин.
то все болеют же, потом эвказолин, люкс. Вот это да, обалдеть. Йод, чтобы все выздоровели. Вот только сегодня на 300 гривен лекарство. Вот только сегодня. Это в горло брызгает. А кто тебе разрешил? Ты дырку там проделал, взял. Я не делала так. Что взял папа творог? Что еще папа взял? Видел. Девочки. Что ты видел? Колбасу, сметану, молоко. Ты сделал? Будет возможно. Ты видел, как ты сделал? Сметанка. Сметанка. Наша. Сметанка. Папа потратил 600 гривен на это. Офигеть. Так смешно. Я не слышать. Я не пойму, она и нет. А Венера на том даже. Я видел, как ты брала. Все, китайская еда. Я на место положил. Да. Я просто буду поступать, слышишь, папа, на физмат. О, можно? И поэтому и Стас помнишь, потому что он самый лучший ученик. Физмат. И что, и кем ты будешь, ты знаешь, нет? Физико-математиком. Учителем? Не дай бог. Ну а кем? Не знаю. Ну, а я на кибернетику пойду. Кажется, ты что-то не то. Физмат, факультет кибернетика. Ты что-то не то. Знаешь, какой кибернетика, папа? Знаю. Ну вот. Ну что будешь, кем? Про профессора? Программиста. Спасибо. Ну, было же все равно, как будто... Где фреш? Скажи, что завтра тоже в школу не надо. Скажи, да. Ты мне сейчас дашь, папа, или мне тебя с утра разбудить? Да, отпусти. Что, нравится? Все довольны? Да. Спасибо Господу, скажите. Тебе, Марин, дай скажите? Ну, хотите на Господу? Давайте сейчас помолимся. Да, давайте здесь помолимся. Да. Благодарим Бога и спасем. Бог наш, мы во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, обращаемся к Тебе. Любящий наш и всемогущий Бог, Ты никогда не опаздываешь, Ты все вовремя, Господь, делаешь, Боже. И вот только вчера мы думали, а на что мы завтра покупать хлеб, и Ты прислал нам денег. Я буду славить Бога!
зажги во мне. Не хочу, как спичка вспыхнуть, а со временем потухнуть. Не хочу я просто тлеть, хочу гореть. Жажду огня, пожара внутри себя, чтобы вокруг миллионы людей зажигать верой в Христа. Знаю жизнь в Божьей руке, он является моим отцом. Я праведник, я смел, как лев. Как лев, я праведник, я смел, как лев, я праведник, я смел, как лев, я праведник, я смел, как лев. Я смел, как лев.